Даниэль Сваровский родился в 1862 году на севере Австро-Венгерской империи в горах Богемии. Знаменитое богемское стекло, которым славится этот край, здесь начали выдувать и обрабатывать задолго до промышленной революции. Сваровский-младший несколько лет трудился в семейном бизнесе, в свободное время играл на скрипке, а потом заскучал, тесной для его размаха в богемской деревушке. Он решил, что большие дела делаются в больших городах, и Париж вполне бы подошел ему. Туда он и отправился изучать химию, физику, механику и другие необходимые для инженера науки. В 1891 году, после долгих раздумий и вычислений, он смастерил первый в мире электрический шлифовальный станок. Эта машина позволяла обрабатывать камни и хрусталь в большом количестве и высоком качестве. Решив не конкурировать с богемскими умельцами, он перебрался в Австрию, и там, в тирольском местечке Ватенс, где проживало на тот момент всего 744 человека, стал штамповать хрусталь, имитирующий драгоценные камни. Его хрусталь выглядел так же, как бриллианты, а значит, мог выполнять ту же социальную функцию. Сваровский поставил на поток светский блеск, престиж, право на избранность и другие иллюзии, которые ассоциируются у людей с драгоценностями. Спустя годы бижутерии из хрусталя включили в свои вечерние туалеты и сценические костюмы, мировые звезды, известные дома моды. В 1965 году Сваровский начал выпуск дорогих хрустальных люстр, мгновенно завоевавших популярность. Музей Сваровский был создан к столетнему юбилею фирмы в 1995 году. Он представляет собой огромную подземную пещеру и находится примерно в часе езды от столицы Тироля, Инсбрука. Она представляет собой лабиринт из 7 комнат, соединенных лестницами и узкими коридорами. Вход в пещеру охраняет вросший в холм великан с горящими глазами, который, согласно тирольским легендам, живет в этих землях и хранит подземные сокровища. По левую руку от входа раскинулся сад. На зеркальном прудом расположены хрустальные облака, которые под лучами солнца переливаются всеми цветами радуги. Первое, что видят посетители этого сказочного музея, это уникальная стена, на облицовку которой было потрачено 12 тонн искусственных кристаллов. В этом же зале есть уникальный экспонат – благородный скакун с хрустальной сбруей. И, наконец, здесь можно увидеть камни, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса. Самый маленький камень 0,8 мм в диаметре и самый большой – 310 тысяч карат. Это зрелище поистине впечатляет. Далее посетители попадают в механический театр Джима Вадинга. Все предметы здесь, вплоть до одежды, неожиданно оживают и превращаются в танцующий и летающий объект. Кристалл-дом – один из самых невероятных залов музея. Это огромный кристалл, на который человек смотрит изнутри. Благодаря зеркалам, преломляющих свет, чередуются световые явления, которые возникают в природе утром, днем и вечером. В музее есть зал, в котором собраны хрустальные, уменьшенные копии всемирно известных зданий. Ну и, наконец, последний зал, который рассказывает историю всемирно известного бренда. Здесь собрано немало удивительных экспонатов, подвески и броши, тиары и диадемы, одежда и обувь.
и все, конечно же, украшено камнями Сваровски. Поистине удивительный и блистательный мир. За годы существования компьютера человек привык к путешествиям по виртуальным мирам. Сам факт попадания в другую реальность уже не смущает. Мы редко задумываемся о том, как соотносится вторая реальность с первой, а тех, кто навевает сны и создает иллюзии. В отличие от большинства из нас, Даниэль Сваровски, родившийся в докомпьютерную эпоху, понимал, что гораздо интереснее быть мастером иллюзий, чем их потребителем. Дорогие мои подписчики и гости канала, я благодарю вас за просмотр. Оставляйте свои замечательные комментарии, ставьте лайки и будьте здоровы и счастливы.